Здравствуйте! В студии Наталья Зотова. По данным Гидрометцентра России, облака очередного циклона закрыли северо-запад европейской территории. Его влияние скажется также на севере и в средней полосе. На юге сохранится жаркая, но неустойчивая погода. На Северном Кавказе прошумят дожди местами с грозами и градом и днем 29-34. В средней полосе, несмотря на осадки, тоже летний зной. Чероземья 29 до 34, в Поволжье местами до 37, в центре 23-28, а в северо-западный район вслед за дождями придет прохлада, днем чуть выше 20. Сыро, но тепло на севере. В Архангельской и Вологодской областях 25 градусов. В Санкт-Петербурге дожди с грозами. Ночью около 14, а днем плюс 16-18. В Москве очень тепло. Под утро плюс 15-17, а днем около 27 градусов. Местами кратковременный дождь, гроза. Всего доброго.